Всех приветствую на канале Михой. Примерно месяц назад, 21 июня, стартовал ЗБТ игры Dark and Light, где было роздано 100 ключей на этот закрытый доступ. Многие возмущались, особенно китайцы, в огромном количестве, почему так мало. На что разработчики ответили, что тестов еще будет много, соответственно, второе ЗБТ, третье ЗБТ, ключей будет намного больше, так что все успеют попробовать. И либо тест прошел очень удачно, либо разработчики решили попробовать впустить всех. В любом случае, завтра, 20 июля, стартует ранний доступ в игру Dark and Light, так что не пропустите. Ориентировочные цены раннего доступа будут аналогичны Альбиону, это около $30. Вообще, у меня это очень смешно получилось. Я сначала планировал поиграть в промежуточных проектах, таких как Альбион и Карус, которые стартуют примерно в одно и то же срок, то есть Альбион стартует чуть пораньше и Карус чуть попозже. Собрать достаточное количество игроков, чтобы можно было ворваться в Dark and Light 100, 150, 200 и после этого, возможно, держать какую-то территорию, захватывать, бороться, в общем, с драконами. Но получается, мне надо пересмотреть свои планы, и 20 числа завтра будет стрим, если он, конечно, не будет запрещен. Посмотрим, что эта игра из себя представляет. Если она будет хорошая, то я, если не забью на эти два проекта, Карус и Альбион, то точно буду фокусироваться именно на Dark and Light. Стоит, наверное, сказать пару слов об этой игре. Dark and Light — это песочница с элементами выживания, где на вас постоянно нападают темные силы, и вам нужно от них защищаться. Защищаться от них поможет вам магия, на которую делается большой упор в этой игре. Нам обещают более 100 заклинаний для изучения. Изначально у вас нету ничего, и вам придется скрафтить посох, с которым вы будете ходить и убивать монстров. Можно построить дом, но не забывайте, что этот дом могут в любой момент разрушить, поэтому вам придется с кем-то сотрудничать, охранять этот дом и развивать его вместе. Дома — это только мало часть, что можно будет построить в игре. Можно будет построить город, замок и даже полностью доминировать на сервере. Разработчики так прямым текстом и сказали, что мы хотим посмотреть, что произойдет в нашем мире. И, конечно, самая большая фишка игре, которая стала уже, наверное, попсой в последнее время, это приручение маунтов. В игре Dark and Light можно будет приручить абсолютно любого маунта, включая и драконов. Игра очень старая и где-то в 2006 году успела уже сфейлиться, потом другая студия ее забрала, и вроде бы по описанию очень много обещающая, хотя информации действительно очень мало. В любом случае, что бы я ни говорил, завтра, 20 числа, этот проект, эта игра в MMORPG Dark and Light выйдет в раннем доступе, поэтому все сможете его пощупать, по крайней мере, вы сможете посмотреть стримы. Еще очень важный момент для нашего комьюнити, то, что игра будет поддерживать русский язык, будет русский интерфейс, а также русские субтитры, озвучка, к сожалению, английская. А я, в свою очередь, всех желающих играть со мной приглашаю в свой клан. Как подать заявочку, вы можете посмотреть в Дискорде, ссылочка в описании. И надеюсь, проект окажется очень интересным, мне будет интересно играть, потому что последнее время я уже не помню проекта, в который мне по-настоящему было интересно играть и проводить там время. Здесь я заканчиваю видео, спасибо, что смотрели, увидимся на просторах Dark and Light, всем пока!